Извините, а я вот журналист, могу удостоверение показать. Можете просто прокомментировать. Доброго дня, шановні черкащани. І знову ж я виходжу на цю сцену не один. Зі мною вийшла жителька Черкас Надійка. Надійка, вам підготувала... Сейчас, давайте ось здесь, тут буде слышно. Добрый день, я журналист медиагруппы «Адвокат Консалтинг», спецкор «Полемики», но несколько изданий. Вот я вижу, вы сегодня так активно или танцевали, поддерживали вот это мероприятие. Вот, что вы вот, пришли сегодня, хотели что, поддержать кандидатуру Поплавского или просто у вас хорошее настроение? Пришел я поддержать Поплавского. Он хороший співак. Я прийшов підтримати його, ну, потанцювати, він настоящий певець. Я дуже люблю його, вважаю, він настоящий певець. Смотрите концерти, да? Так, смотрю концерти, там я тих співаю. А які любимі пісні Поплавського от у вас лично? Зараз вам спою. От ти моє сало, ой, мамочка, ти моя, моя мама, родна, мама. Здорово, а вот Орел мне тоже нравится. Юный Орел, знаете? Да, юный Орли. Я понял. А вот смотрите, это недавно началось это мероприятие? Да, недавно, да. Ну вот вы пока танцевали один. Как вы думаете, потом поддержат вас девчонки там? Да. Будут танцевать? Да. Я понял. Как вас зовут? Меня Николай зовут. Да, Николай, успеха вам. Ну вы думаете, что вот победит Поплавский, да? Да. Ну вот вы живете в Черкасах, да? Да, я с Харькова приехал. Да, я живу в Черкасах. Вот, ну вот вы как бы, наверное, знаете настроение, что вот много людей вот за Поплавского, да? То есть вот настроение такое, вы знаете. А кто у него основные противники или там соперники, не знаете? Соперники просто у нас, это, как его, Янукович, он как насильник людей убивал. І все побував. Він людей бував. А я його ненавіжу. А я тільки віжу, що Поплавський, він хоче, що він спів. Хорошо. Я понял. Я дуже його вважаю. Хорошо, успіху вам. Прийдіть себе, прийдіть свої наладки. Хочете, затанцюйте. Хочете, заспівайте. Все ми вітаємо тут. Якщо хочете, вийдіть, скажіть про кандидата те, що ви думаєте. Хочете про нашого, хочете про іншого. Ця сцена для вас. Для вас від Михайла Михайловича Поплавського. Ми живемо під девізом «Живіть з посмішкою».